Чемпионат города по пляжному футболу проходит в 7-й раз. За это время футболисты уже немного овладели этой дисциплиной, особенно спортсмены из Адлерского футбольного клуба. На протяжении 5 лет они сохраняют лидирующие позиции. Защитник команды Денис Мельников уверен, что даже погодные условия, из-за которых чемпионат стартовал позже заявленного времени, не могут повлиять на их игру, а мокрый песок только сделает ее интересней. Я думаю, вряд ли что-то помешает. Думаю, станем чемпионом. Песок, он укрепляет ноги. Хорошая подготовка, посоперничать с командами, посмотреть, на что способен ты, на что способны команды. Пляжный футбол в последнее время стал активно развиваться в стране и уже достиг хороших результатов. Позапрошлым году сборная России стала чемпионом мира, а в 2012-м взяла Кубок Европы. До таких показателей сочинским клубам, конечно, пока далеко, тем более, что адаптированных площадок для тренировок и проведения турниров в городе немного. Будем надеяться, что когда в Сочи тоже будет пляжный футбол на достойном уровне. Пока, конечно, мы проигрываем, когда даже едем на российские чемпионаты, еще куда-то, там, к сожалению, квалификацию мы не проходим. Но, несмотря на это, сочинские спортсмены настроены играть в футбол по-взрослому. Мокрый песок и нестандартное поле не стали преградой для проведения интересного турнира. Финальные схватки прошли в воскресенье. По итогам розыгрыша победу в чемпионате вновь одержал клуб «Адлер». Со счетом 11-8 они обыграли футболистов из клуба «Кристалл». Ну а третье место взял «Источник». Татьяна Нагорская, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.